Ну, завтра финал Олимпийских игр, Ира будет в нем бороться. Как бы она к этому шла 10 лет, сначала заняться своим видом спорта. Значит, финал будет достаточно сложный, очень условная соперница, но я хочу сказать, что она соберется и просто так ей финал не подарит, и будет сделать все возможное, чтобы победить в этом финальном поединке и бороться за золото. На предыдущих встречах там слабых соперниц априори нету на Олимпийских играх. Это 16 лучших спортсменок мира, и жребий вот был такой, какой он был. Она все прошла их. Самое сложное было, конечно, первая встреча, потому что это был ее дебют на Олимпийских играх, и было присутствие волнения. Но к финалу, полуфинал она раскачалась, как бы, и показалась во всей красе, и победила достойно, считаю.